Независимость – святое слово. Оно является нашим главным достоянием. Так начал свою встречу со студентами Казахского национального университета искусств председатель Союза писателей Нурлан Уразалин. Он рассказал об истоках казахской государственности, о главных событиях и достижениях молодого государства и, конечно, своей роли в его становлении. Известный писатель призвал молодежь вместе строить стабильное, развитое государство. Отмечу, в университете Шабыт проходит серия встреч на личном примере. Одним из гостей стал обладатель орденов Курмет и Прасад, заслуженный деятель республики Нурлан Уразалин. Это уже урок истории. С чего мы начали, куда мы идем и где мы находимся. У меня уйма примеров. Я один из тех 360 депутатов, которые в свое время проголосовали за независимость. Я думаю, что это главное, вот то, что я пропустил через себя. И Конституция первая, и потом закон конституционной о независимости, и декларация о суверенитете, все они были вот тогда приняты.